Яндекс News. Алкоголизм нельзя вылечить, но с ним можно справиться. С наркоманией можно бороться, от игромании можно отказаться. Когда трудно противостоять, но возможно победить. Вопросы слушателей, мнение экспертов, реальные истории. Специалисты ответят на ваши вопросы, а гости расскажут о том, как сделали свой выбор. Только на Радио Болтком. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Выбор», в рамках которой мы говорим о проблемах зависимостей. Выпуск предыдущей программы был посвящен наркомании. Выпуск этой программы мы также планируем посвятить обсуждению этой проблемы. И у нас в гостях сегодня врач-нарколог, психотерапевт Ольга Судорова. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что вы пришли. Ну вот гостем предыдущей программы был выздоравливающий наркоман, который довольно так откровенно в этой студии рассказал о многом, о том, что происходило в его жизни, о том, что зависимость вообще появилась у него задолго до того, как он это осознал, то есть еще в раннем детстве, рассказывал о том, как он попал в места лишения свободы и как сейчас выздоравливает, капитулируя перед наркотиком. И он опять же признал свою беспомощность перед ним, и именно поэтому, именно потому что он признал эту беспомощность, как он сказал, наркотик не может его победить, по его словам. Вот довольно много мы говорили с ним именно о чувствах, которые испытывает наркоман зависимый. И вот сейчас мы поставим небольшой отрывок из этого интервью, давайте послушаем. Может быть, это так как-то откровенно будет звучать, да, но я реально понимаю то, что в моей жизни сегодня ничего не может случиться такого, да, что по уровню как бы эндорфина в моем голове, да, оно даже рядом не встанет с употреблением. Никогда. И именно из-за этого ты не можешь радоваться. Тебе всегда нет вот этого вот количества эндорфина. Оно нигде не подскакивает, ни в какой ситуации. То есть, если простой человек, независимый, может там вкусно поесть, там что-то сделать, он там наслаждается жизнью, да. И, ну, то есть, у меня там был случай, например, когда... Ну, образно говоря, я сижу вот там в кругу близких мне людей, да, там приготовили какой-то особенный торт, да, все им наслаждаются. Просто задают вопрос, ну, вот там, ты там, как вот эмоции там у тебя. И я поворачиваюсь, смотрю на них, да, мне как бы абсолютно безразлично, торт это, да, или что это, да, то есть, а они радуются в этот момент. Я на них смотрю и говорю, а вы пробовали когда-нибудь опиаты? Ну, это вот мой ответ на вопрос, да, потому что и вот из-за этого тяжело научиться радоваться, вот это вот счастье испытывать, да, потому что, ну, но иногда оно приходит. И это... Да, ну вот насколько часто это встречается в вашей практике, когда простые радости, да, о чем говорил вот сейчас как раз наркоман, для человека зависимого простые радости, они просто обесцениваются. Насколько это часто? Это... Я могу снять? Можно снять. Иначе слышу сама себя. Да. Ну, об этом говорят почти все. Кто более долгое время, кто более короткое. Помню, одна из женщин, молодая женщина, она говорила, я понимаю, что в этой ситуации надо радоваться, но я это не чувствую. И... Мужчина сейчас говорил об эндорфинах, но это не только эндорфины. Они очень много теряют допамина, серотонина, норадреналина. То есть они теряют такие очень важные нейромедиаторы, которые нужны для того, чтобы образовалась бы эмоции. Да, в разных комбинациях, в разных дозах. И пока эти... нейромедиаторы не восстановятся внутри, человеку очень трудно что-то почувствовать, с одной стороны. Но это возможно. Через год, два года они начинают чувствовать довольно хорошо. Но в то же время можно согласиться с ним. Да? Если он попробовал самое сильное из обезболивающих, да, опиаты, то есть ничего более сильного нету. Угу. То есть сравнить торт с опиатами, ну это, не знаю, сравнить Мерседес с самокатом, ну это не одно и то же. Да? Но в то же время это чувство, да, ну этот приплыв, да, эйфорию,
они чувствуют недолго, потому что при опиатной зависимости очень быстро, при опиатном употреблении очень быстро образуется зависимость, и тогда уже человек употребляет не для этого кайфа, он употребляет, чтобы он мог бы жить. Да? Поэтому, ну, там... То есть удовольствие от употребления только, как опять же говорят зависимые люди, на первых этапах буквально, там, первая-вторая доза даже. Да. Но можно ли это победить? Могут ли вы простые радости, как, например, такие, как съесть кусок торта или, например, не знаю, там, рождение детей, да, победить ту, что была в жизни наркомана, когда он принимал дозу? Научиться видеть их уже иначе? Это возможно. Это возможно, но это требует времени и терпения человека, и учиться. Ну, вот я упомянула женщину, она по образованию была доктором, реаниматологом, то есть там употребление веществ было довольно серьезное. Но она говорила, я каждый раз, когда я вижу, что другие радуются, и понимаю, что там можно радоваться, она говорит, я себе как бы это рассказываю. Прошло примерно год, она говорит, начала что-то чувствовать. Не совсем, ну, если там ярко, и другие очень там в восторге, она говорит, ну, что-то почувствовала. Я говорю, как это приятно, как это хорошо. Да? То есть это возможно. Ну, да? Это такая большая работа над собой. Ну, да. Вот еще такой феномен, многие наркоманы говорят о том, что одной дозы слишком мало, а тысячи уже недостаточно. И вот как раз еще один отрывок я бы хотела, чтобы мы поставили сейчас. Mm-hmm. Давайте послушаем. И это проявляется сегодня в чистоте. Да, то есть мне, ну, мало. Если я куда-то иду проводить с кем-то время, мне мало, мне хочется еще. Если мы там смотрим футбол, мне мало, я хочу еще. Или мы в него играем, я хочу еще. Мне все время как бы мало, да. Но это просто механизм. Да, он работает, да, ну, то есть, и он не может за один день уйти. Сегодня еду в машине и думаю, у меня машина, да, ну, не очень классная, хочу себе получше, да, ну, понимаете? То есть, мне мало, я хочу еще, потому что у меня пусто, да, и, соответственно, эту машину я ее употреблять хочу, ну, употреблять ее, да, то есть, чтобы она давала мне чувство какого-то счастья, но я его не получаю никогда. То есть это разрушающее чувство, когда мало? Не то чтобы или разрушающее, это, знаете, сегодня оно не совсем разрушающее, да, но просто, наверное, нет, все-таки оно разрушающее, ну, я соглашусь с вами, потому что когда их очень много, и ты ими не делишься, они копятся, да, они копятся из-за того, что они копятся, да, становится тяжело, в принципе, пребывать в, ну, сознании, да, и начинается сразу, ну, скверно исходить из тебя. Ну вот это чувство, когда тебе, вот это чувство, когда тебе мало, как вы смотрите на эти процессы? Насколько они действительно могут быть разрушающими? Уже в жизни, в чистоте, как говорят. Да. Ну, интересно было бы с ним поговорить, потому что о пустоте они говорят уже до того, как они начали употреблять наркотики. Это один из признаков так называемого пограничного функционирования. Когда человек чувствует вот эту пустоту, чего-то не хватает. Плюс нетерпение. Да? И плюс то, что, ну, очень характерно даже для маленьких детей, они думают, что вот эти эмоции и, ну, чувство удовлетворения, счастья, что оно можно получить снаружи. Купил машину, но как долго они радуются этим? Да, мы можем на детей посмотреть. У них 7 машин или 10 кукол, но они в магазине видят еще одну и еще хотят. Да, потому что они ищут это снаружи. Чтобы заполнить ту пустоту внутри. Да. А пустоту не вещами можно заполнить. Надо... То есть там, ну, должна быть психотерапия для того, чтобы вырастить внутреннего ребенка, который не соответствует, да, или ту внутреннюю часть, которая не соответствует паспортному возрасту. То есть человек по паспорту большой, взрослый, а по эмоциональному росту он еще маленький, он еще 2-3-летний ребенок.
Ну а что тогда может помочь компенсировать? Психотерапия. Психотерапия долгая и упорная. Может заполнить ту пустоту, о которой говорит зависимый. Да. Ну, а вот мы сегодня говорим, конечно, о наркомании, но один из наших, опять же, предыдущих гостей, анонимный алкоголик, он рассказывал о том, какие чувства он испытывал, когда оказался на дне. И это тоже так интересно, потому что вот когда он достиг той самой точки невозврата, многие об этом говорят, и вот сейчас мы поставим этот отрывок, ну и после поговорим об этом. Это безвыходная ситуация, то есть когда я уже и не хочу пить, организм уже как бы, да, перестал бороться, но я не могу. Я не могу, потому что у меня уже, я не могу просто передвигаться, у меня нарушена координация движения, да, у меня приобретена алкогольная эпилепсия, да, если не похмелюсь, то я могу как бы без памяти где-то упасть и все, и никого рядом не окажется, я умру, да. Вот этот страх, да, переплетенный с саможалостью, с той же самой, да, своим угнетенным состоянием, вот этим, что я вроде бы и хочу избавиться, но уже не могу, да, и... Что делать? Ну вот многие говорят о необходимости достигнуть дна, от которого можно оттолкнуться и выплыть, да? Но может быть, дно, может ли оно быть не отправной точкой, а бывает ли, когда дно – это как раз безнадежный случай? Это как раз и есть вот это чувство безнадежности, чувство капитуляции перед веществом. Беспомощности. Беспомощности, вот это есть дно, человек признает, я не могу больше с этим бороться, да, алкоголь или наркотики победили меня. Да, то есть, если человек еще доволен, я могу употреблять, могу не употреблять, если я немножко тут уменьшу и еще буду продолжать употреблять, он плавает, как рыба в воде, он еще никакого дна не почувствовал. Но когда человек уже понимает, нет, это я больше не могу вынести, мне нужна помощь, тогда мы говорим про дно. Иногда это дно путают с тем, что человек должен потерять работу, должен потерять семью, должен потерять деньги, должен потерять детей, все остальное, здоровье. Нет, это не дно. Но именно признание своего бессилия перед веществом. Но ему может не казаться, что он на самом деле признается в своем бессилии. Но это происходит как-то в подсознании. Нет, признание всегда есть в сознании. Угу. То есть это человек должен почувствовать и об этом думать. Но иногда это неоднозначно. С одной стороны, человек признает, я больше не могу, но с другой стороны, мужчина говорил, да, что я без этого не могу. То есть при всем при том, что человек уже понимает, что это очень большая проблема, он все-таки как бы при всех своих лучших мыслях он идет и срывается, и употребляет вещество. Да? Ну, тогда нужна помощь уже стационарная, скорее всего, чтобы человек мог бы, ну, как бы переломить вот эту черту, да, и ну, продолжать лечение дальше. Ну, осознав свое бессилие, можно остаться на дне? Не выплыть? Можно. Человек сидит и себя настолько жалеет, он не видит какой-то... Ну, не знаю, светлого... маяк какой-то там. Да. И он в этой депрессии, и, может быть, начинает употреблять что-то другое, какие-то медикаменты, вроде бы себя подлечивая. Ну, человек сам же не врач, он не знает, чего надо употреблять, и чего не надо, кто-то посоветовал. Ну, снимающий тягу якобы и все прочее. Вот да. Такие вы имеете в виду. И он в этой депрессии сидит, и ничего с ним не происходит. Только хуже, хуже, и, возможно, он делает самоубийство или попытку самоубийства. Ну вот еще один комментарий от анонимного алкоголика, который также был в нашей программе. Не так давно, он не пьет уже 17 лет. И все-таки он, опять же, говорит, гарантии того, что я не выпью, скажем, сегодня, несмотря на такой большой промежуток времени в трезвости, дать нельзя. Ну, вот поставим небольшой отрывок. Алкоголизм – это очень... Ну, коварная болезнь.
Она вот только и ждет, чтобы я оступился. И вот все вот эти вот состояния могут вернуться на раз. Да, ну вот он говорит о том, что только на 24 часа, он говорил, есть гарантия. Есть ли эта гарантия? Согласны ли вы с этим? Насколько она распространяется? Нет, это не гарантия. Потому что гарантировать при заболевании, при том при хроническом заболевании, никто ничего не может. Но это может быть целью. Да, значит, сегодня или вот 24 часа я буду делать. То есть усилие над собой. Да, то есть человек должен делать. Я буду делать все для того, чтобы был бы чистым, для того, чтобы был бы трезвым, для того, чтобы не играл бы. Человек делает. Если человеку трудно даже 24 часа собраться, потому что тяга очень сильная и очень его зовет, да, или как мужчина говорил, болезнь сидит и ждет, чтобы да, он очень там спотыкнулся бы, да, тогда эта цель может быть даже час, два часа, три часа, то есть настолько, чтобы перебороть. Тяга, она не тянется все время, она немножко глушится, и потом опять она всплывает. Поэтому человек должен смотреть, сколько он может это время поставить и выдержать. То есть иногда это 15 минут даже может быть. Но если это настолько трудно, что каждые 15 минут, то нужна обязательно помощь. И, скорее всего, опять стационарная, чтобы помочь, или медикаментозная еще, чтобы человеку помочь. Потому что но это мучение, если ему надо сидеть все время 15 минут, смотреть и держать себя, не знаю, прикованным к батарее. Ну, это тяжело, это, конечно. Ну, вот нас в WhatsApp написал Виталий. Ошибочная логика стремления ко дну, чтобы оттолкнуться, приводит к полной потере ресурсов и попадания в зависимость от манипуляторов, которые предлагают дойти до дна. Ну, вот такой комментарий оставил. И пишет также, что прием наркотиков тормозит выработку эндорфинов и полностью ее блокирует. Уменьшает, конечно, или даже совсем теряем, потому что организм так устроен. Если мы что-то получаем снаружи, то особенно если речь идет о таких биологически активных веществах, как эндорфины, энкефалины, сейчас их еще более уже распознают, да, то есть организм прекращает их вырабатывать сам, потому что это получается трата энергии, трата веществ, он прекращает вырабатывать. Да? Вот мы говорили с вами о гарантии, да, которую может дать себе зависимый, по крайней мере, что она очень невелика. Но вот когда, например, нередко наркологические клиники как раз пишут о гарантии, успеха выздоровления больного, на что часто, полагаются родственники больного, которые уже отчаялись, и когда они видят это на сайте гарантии успеха, и результат будет 100%, это, конечно, очень привлекает. Вот должно ли это настораживать тех, кто обращается за помощью? Обязательно, потому что никто не может дать гарантии. Это все идет такая совместная работа, совместные усилия. Человек должен что-то вкладывать, что-то делать. Но я уже говорила, чтобы этого внутреннего ребенка вырастить, кто может дать гарантию? То есть это упорная работа. И если кто-то дает гарантию, то я даже не знаю, на чем она основана. Ну, а как? Я могу как врач дать гарантию, что я буду делать все самое лучшее, что я знаю, что я умею. А пациент может дать гарантию, что он будет делать все, что в его силах, он будет откровенным, он будет наблюдать за собой, будет делать, писать, отвечать. То есть мы можем каждый за себя дать гарантию. Притом, если я даю гарантию, то, что я сейчас 5 лет буду работать, а если со мной что-то случается? То есть, понимаете, это все такое,
Ну, то есть, действительно, это должно настораживать, и как минимум чудо такого не может случиться. От короткого, я не знаю, там, приема у психотерапевта условно, да, или, не знаю, кодировки, опять же, да, о чем мы поговорим с вами уже после перерыва. Оставайтесь с нами. Микс Ньюс. Мы продолжаем, уважаемые радиослушатели, программа «Выбор», в рамках которой мы говорим о проблемах зависимости. Сегодня наша программа посвящена проблемам наркомании. Велга Судорова, врач-психотерапевт и нарколог у нас в студии. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Я Анна Смирнова, и телефон прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Вы также можете звонить, задавать вопросы и писать нам в WhatsApp номер телефона 2-30-6191. Мы говорили о том, что гарантию никто дать не может, только за самого себя мы можем гарантировать, что мы сделаем лучшую работу, и пациент постарается по максимуму. Как психиатры и наркологи с зависимыми работают? Как проходит эта работа? Ну, по-разному. По-разному. Я могу, может быть, сказать, как я работаю. Я работаю, используя психодинамическую психотерапию, плюс так называемую психоэдукацию или же обучение. И некоторые когнитивные техники, когнитивно-бихевиоральные терапии, то есть на мышление и на поведение пациента, чтобы можно было бы поменять. В то же время я читаю и вижу рекламы, что коллеги кодируют, психиатр больше использует медикаменты. То есть, ну, это одна часть. Но мы не можем забыть, что зависимость – это биопсихосоциальное заболевание. Если только медикаменты использовать, значит, это идет только на биологическую часть, и ничего не происходит с психосоциальной частью. Я работаю на психосоциальную часть. А насчет медикаментов я наблюдала то, что очень-очень малому числу зависимых нужны медикаменты. То есть эффективно использовать такой способ. Да. У нас есть звонок, давайте примем радиослушателя. Здравствуйте, надевайте, пожалуйста, наушники. Здравствуйте, слушаем вас. Да, слушаем вас, говорите. Да, вы в эфире, пожалуйста, говорите. Да, слушаем вас. Да. Смотрите, у меня такая же специальность, похожая с вашей. Я строитель, который занимается реконструкцией методом провинциализирования использования санкционной штукатурки. Но вы знаете, я гарантию на свою работу не даю. И я приезжаю на бензоколонку, мне тоже бензин заливают, тоже мне на него гарантию не дают. И даже в ресторан иду, там тоже гарантию не дают. Ну невозможно ждать гарантию. А кто его знает, а вдруг повар завтра умрет? Там, где не дают гарантию, это шарлатанство. И все. Ты за свою работу должен отвечать, и ты должен давать гарантию, либо не предоставлять эту услугу, к сожалению. Это же законодательство Латвии, разве нет? Да, спасибо вам. Ну вот такой комментарий от нашего радиослушателя. Что можете сказать по этому поводу? Только повторить то, что я сказала. Потому что когда люди ждут гарантии, они же не ждут гарантии моей работы. Они ждут гарантии, что зависимый не будет употреблять больше. Но как это возможно? Как я могу дать гарантию, что он не будет употреблять? И сравнить со штукатуркой, это было бы вообще неуместно, потому что человек – это более сложная система, чем одна стена или… Материалы. Материал, один кирпич, одна, какое-то вещество. Да, потому что психика очень-очень серьезная вещь. Притом, если мы говорим про зависимость, она образуется, база образуется в первые 3 года жизни. Значит, когда человек начал употреблять в свои 16, 17, 18, 20, у него эта база уже была 10 и более лет. И чтобы с ней справиться, да, нужно, опять же, 5, 7, 10 лет. Чтобы... У меня есть пациенты, про которых я могу дать гарантию, что они не будут употреблять. Но они 10 лет в терапии.
Да, поэтому дать гарантии до того, опять повторю, я могу дать гарантии, что я буду делать все самое лучшее. Ну, за дать себя, гарантии, как за специалиста. За себя. Но за другого, да, мужчина, который сейчас позвонил, он может дать гарантии, что те, которые эту штукатурку в мешок зафасовали, что она там самая лучшая, он это не может сделать. Он может дать гарантию про свою работу. Я там не вижу проблемы в том, что ни один врач не может дать гарантии, что у человека не будет, притом это хроническое заболевание, что у него не будет рецидива. Срыва, то есть, да? Срыва. У нас есть еще звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Зануда опять до вас дозвонился. Да, пожалуйста. Законодательство Латвии, закон Латвии, понимаете, о чем я говорю? Он предусматривает на любую работу, которую человек выполняет, давать гарантию. И если я не уверен в этой штукатурке, я поменяю производителя. Понимаете? А производитель штукатурки несет со мной солидарную ответственность. И он также дает гарантию. Вся работа, выполненная без гарантии, это мошенничество. Вы обязаны давать гарантию. А как же анестезиолог, который делает реанимационные какие-то мероприятия, спасая человека, не дает гарантию, что он его спасет? А для чего он вводит этот препарат ему, например? Для чего... А врач прописывает метод лечения, если он не дает никакой гарантии. Он дает только гарантию на то, что он ручкой на листке написывает. Вы об этом, что ли? Что это за чушь вообще? Ну, вот такой комментарий эмоциональный от нашего радиослушателя. Ну, вы не согласны, да, судя по всему? Ну, человек не понимает вообще, что значит психотерапия и что значит психотерапия в наркологии. Поэтому он так эмоционально реагирует. Или, возможно, у него кто-то из близких зависимый, поэтому он так тоже реагирует. Законодательство Латвии не требует от того, чтобы я дала гарантию, что пациент, который придет ко мне, что я его обязательно смогу вылечить, потому что это невозможно при этом заболевании. Можно... Это заболевание, в принципе, неизлечимо, если мы говорим сейчас об алкогольной и наркотической зависимости. Вообще, хронические заболевания, они неизлечимы. Там можно получить очень хорошую ремиссию. Даже длительную. Длительную, даже до конца жизни. Да? И это я могу гарантировать, что я на это буду работать. Да, что я это буду делать. И мои коллеги могут гарантировать. Но они не могут гарантировать, что вот именно этот пациент... Притом, когда дать ему гарантию? Когда он только что пришел, а я его вообще не знаю, не видела, не слышала, про какие гарантии можно дать? И если он насчет строительства мужчина тут, он тоже не может дать гарантию, что он сделает все за такую сумму, потому что когда он начинает снимать свою старую штукатурку, там оказывается, надо делать это и это. Да, то есть, ну, и вообще, ну, я уже говорю, человек очень сложная, сложная психика, сложная, и, ну, сравнить со строительством это, может быть, немножко так. Ну, говоря о медикаментозных методах лечения наркомании, кто-то из зависимых, например, кодирование медикаментозное сравнивает с дембелем, да, вот когда вот уже сейчас там, прошел год условно, да, и вот он ждет, когда можно будет. Один зависимый наркоман говорил о том, что кодирование – это значит не унять боль, но не дать обезболивающего. Хотя есть, опять же, и оценки довольно положительные. Вот что вы думаете об этом? Ну, вы сказали, что вы не используете метод такой нет, в своей работе. Нет, я не использую, потому что я думаю, что человек заслужил более хорошей помощи, да, не только его напугать или сугестировать. Притом кодирование они отличаются. Да, если при кодировании используют медикамент, так называемую ампулу, когда вшивают медикамент, который медленно всасывается, этот медикамент как бы не дает возможности почувствовать кайф или употреблять вещество, потому что будут очень неприятные ощущения. Даже это... под страхом смерти говорят, да, что это возможно. Да, ну...
потому что накапливается определенное вещество, и не может расщепиться то, что человек употребил. Это одно. Если кодируют непонятно чем, электричеством или еще чем-то, да, то это... Ну, я на это смотрю как на обман, потому что в голове человека ничего не меняется, в его мышлении не меняется, он даже не знает, о чем идет речь, ему не объяснили, не рассказали, не показали. И, ну, в принципе, человек думает, что в его голове что-то там, какой-то код поставили. Ну, закодировали что-то, какую-то программу, условно, которая будет работать? Ну, голова – это не компьютер. Туда ничего нельзя поменять или положить, посадить. Просто вот так снаружи, без каких-то хирургических вмешательств. Но это больше, конечно, есть положительные результаты при кодировании тоже. Особенно если человек думает экстернально, то есть снаружи. Он верит в то, что карты могут определить его жизнь, то, что звезды определяют. То есть такое мистическое мышление. Да, мистическое и магическое, то, что гороскопы определяют или луна определяет, да, или другие все действуют на его жизнь не так, как он хотел бы. То есть это экстернально, это не в нем, ну, что было бы интернально, а экстернально. Тогда этих людей довольно легко кодировать. И но на они них... внушаемы. Они ходят. Очень внушаемы, потому что они верят, что не в них что-то проблема, извне повлияет. Внешний фактор, да, может каким-то образом повлиять. Но если человек, но взрослый человек должен быть все-таки и понимать, что он сам может очень много делать для себя и для своего будущего, тогда им это не действует. И они приходят тогда на психотерапию, и мы тогда меняем очень много, что у них там в жизни накопилось. Ну вот еще радиослушатель спрашивает в WhatsApp пишет сообщение, а гипнозом можно вылечить? Ну вот как раз мы говорили с вами о методах кодирования, но вот что вы думаете о таком методе кодирования, как гипноз? По большому счету ничего не думаю. Я уже говорила, человек, взрослый человек, я работаю только с взрослыми людьми, и человек должен понять, что с ним делают, почему делают, что это значит, что он может контролировать. Я их обучаю в том, какие признаки проявляются, как их распознать, как с ними бороться, как их контролировать. То есть человек понимает, что он очень сам очень много может. При гипнозе, ну опять это что-то извне, что может извне, повлиять. Да, и человек сам, ну он остается беспомощным, он ничего не может сделать, да. Поэтому, ну конечно, такой метод можно использовать, но в голове человека ничего не меняется, к сожалению. Если не меняется, то срыв с гарантией. Если не через 3 месяца, то через 6. Если не через 6, то через год обязательно. Ну вот, а избавление от зависимости с помощью метадоновой программы, от наркотической зависимости. Программа, она, насколько я поняла, работает путем назначения метадона взамен употребления наркоманом наркотика. Оценки ее, опять же, очень неоднозначны, и во многих странах она запрещена, но в Латвии, насколько я знаю, она практикуется. Является ли это замена одной зависимости на другую, и как вот вы оцениваете, как относитесь? Ну, во-первых, метадоном нельзя излечить зависимость, да, потому что метадон является заменителем героина. Но там есть положительные моменты. То есть человек не может прекратить употребление, но ему назначают метадон, и это предохраняет от того, чтобы он не заболел ХИВ-инфекцией или ВИЧ, да, по-русски.
чтобы у него С-гепатит или Б-гепатит не развился, чтобы он не создавал какие-то криминальные действия. И, то есть он получает очень дозированно медикамент, который, ну, там особо кайфа нету. Но он получает этот медикамент, и это поддерживает как бы уровень, поддерживает ситуацию, но это не является лечением само по себе, не является лечением зависимости. Да? То есть прикрывает эту биологическую часть, но и человек не должен там трястись каждые 15 минут для того, что он чувствует себя плохо. Но надо ему помочь, опять же, с психологической и с социальной частью. Ну, от метадона тоже может появиться зависимость? Потому что вот он, есть он в перечне списка наркотических средств Единой конвенции о наркотических препаратах как раз. Да, поэтому его выписывают определенную дозу. Да, это подсчитывают, сколько конкретному человеку надо. Ему ее выдают. Он уже есть зависим от опиатов. Метадон – это опиатный препарат. Только он более контролируемый, чем, и более чистый, чем героин. Угу. Поэтому его можно употреблять, но… Ну вот возможно ли вообще избавиться от зависимости, употребляя, используя метадоновую программу? Нет. То есть постепенно уменьшая дозу, опять же, возможно ли это, если мы говорим о опыте метадоновой программы? Можно уменьшать дозу в какой-то момент, но опять это прикрывает только биологическую часть. Ничего в человеке не поменялось. И метадон хорош для того, чтобы человек мог бы начать лечение. А лечение включает перемены личности, ну, как бы выращивание личности. И это долгий момент. Иногда они думают, что лечение – это употребление метадона. Нет, это не лечение, это… замена препарата. Угу. Ну, заместительная терапия, она так и называется? Да. Да. Ну, сейчас ее называют ИЛК-термине, фармакотерапия. Угу. Да, раньше была АИЗВИ, то ЕОШа, заменяющая или заместительная, как по-русски лучше. Но это не лечение само по себе, зависимости, потому что ничего другого не делается. Да? Метадон для того, чтобы человек мог бы лечиться дальше. Но если человек не делает, он не может даже хорошей ремиссии получить. Но в быту так говорят, что те, кто начал употреблять метадон, уже точно не выйдет из этой зависимости. Что даже некоторые говорят, опять же, возможно, это стереотип, который сложился, что метадоновая зависимость, она даже сильнее героиновой. Это не соответствует действительности? Нет. Нет. Но опять же, есть и героиновая заместительная терапия. Она, кстати, применяется тоже в таких национальных системах здравоохранения, там в Швейцарии, например, в Германии. То есть употребление героина контролируется специалистами, но наркоман продолжает употреблять. Вот насколько это, на ваш взгляд, эффективный способ? Ну, это то же самое. Да. Да, то есть используют контролируемый, то есть человек не передозирует, да, он не будет наращивать дозу, но, к сожалению, для зависимости это является одним из признаков, что доза нарастает, то есть толерантность. Всегда мало, о чем мы говорили. Да, да. Поэтому надо что-то делать еще, не только используя метадон или какой-то другой из медикаментов, который заменяет. Это комплекс, терапии. Кстати, программа метадоновая заместительная терапия, она активно применяется в исправительных учреждениях, насколько известно. Тоже, да. Ну а передозировка возможна от метадона? Нет. Невозможно? Передозировка от метадона невозможна, потому что дозу назначают.
Так. Ну да, ну то есть если это каким-то образом манипуляции совершить определенно. Да, но если совершить манипуляции, потому что в определенное время человеку уже могут выдавать, допустим, две дозы, да, на сегодня, на завтра, на послезавтра. Это определенный уровень доверия, когда да. возникает? Да, или же человек живет так далеко, что он каждый день не может приехать. И тогда возможно, что человек употребляет сразу все эти дозы, или же они покупают еще где-то. Угу. Да? То есть метадон есть тоже и на черном рынке, не только в медицинских учреждениях. Да? Если человек еще употребляет, тогда возможно обязательно, так же как все остальное. Но если он под присмотром, по той дозе, которую ему выписали, тогда это невозможно. Еще вопрос у нас в WhatsApp пришел. Пишет наш слушатель, наркотики – это психотропы. Какие еще психотропы приводят к зависимостям и к зависимости и снижению здоровья? Вот такой вопрос вам задает. К зависимости приводят все психотропные вещества, которые человек может употребить и которые дают какое-то изменение своего ощущения. Угу. Но самые распространенные – это героин, амфетамин, метамфетамин, каннабиноиды, то, что травкой называют, да, или гашишем, алкоголь, кофе. То есть кофемания. ЛСД. Зависим. Да. Да. Сахар. То есть все это может привести к зависимости. Ну, все-таки в обществе принято, так скажем, наверное, квалифицировать наркотики, да, если мы говорим на легкие и тяжелые. То есть, например, условно, как вы сказали, да, марихуана, например, считается якобы легким наркотиком, если по сравнению с героином. Но опять же, люди зависимые, они говорят о том, что марихуана только трамплин к героину. Mm-hmm. И, в принципе, так нельзя квалифицировать. Вот как вы относитесь, как вы считаете? Я абсолютно согласна, потому что. Во-первых, никто не начинает сразу с героина. Начинают как бы с легких или даже с легальных. Например, начинают с сигарет обыкновенных, никотиновых. Потом употребляют алкоголь, потом употребляют травку, и потом переходят уже или на амфетамин, или на героин. Это да? Последовательно. Да. Никто не начинает с героина, но через травку все зависимые, во всяком случае, с которых мне приходилось в жизни видеть и лечить, все, кто употребляли уже что-то другое, амфетамин, героин, они все употребляли до того травку более долгое время или менее долгое время, но употребляли. То есть назвать ее легкой, у нее очень выраженный синдром амотивации. Во-первых, у травки, хотя она вроде ее хотят назвать легкой, но очень выраженной. То есть человек как овощ, он ничего не хочет, ему ничего не интересует, у него нет мотивации чем-то заниматься. Это очень для галлюциногенов и для травки в том числе. И плюс довольно много исследований связано, где находят корреляцию между употреблением травки и шизофренией. Mm-hmm. То есть она как бы провоцирует образование шизофрении или шизофрения. Там, может быть, сидела бы себе спокойно до конца жизни и не вылезла бы, не проявилась бы, да, но травка как бы ее выталкивает. Подталкивает. Да. Юрий спрашивает, а кофе тоже вызывает зависимость? Да. Вот так. А сколько живут наркоманы, спрашивает Виталий. Ну, как кто?
Я думаю, что мы знаем в обществе, что даже подростки, ну, по-моему, лет 5 назад, когда 49-я школа, да, Спайс еще был активен, мальчик с средней школы погиб, да, довольно много, ну, пациенты рассказывают, кто передозировал, погиб, то есть это средняя школа даже. Но в то же время есть наркоманы, которые живут долгое время. Ну, могла подумать, сколько самому старшему из тех, кого я уже... Но они прекращают, конечно, идти в терапию в определенное время. Ну, когда уже время. Долгое время проходит ее. Но если не употребляют, то живут долго. Но нет причины им не жить долго, если, конечно, что-то внутри, какие-то органы, системы неисправны, какое-то заболевание уничтожает, то это другое дело. Спасибо вам, что вы пришли к нам сегодня. Врач, психотерапевт и нарколог Велга Судрова сегодня была гостем программы. Спасибо вам. Спасибо. Программа «Выбор» выходит каждую среду в 15:00. Спасибо, что были с нами, и до свидания. До свидания.